Дорогие друзья, мы сейчас находимся на стенде Волговятского монетного двора. Аркадий, расскажите нам пару слов. Несколько слов не так о стенде, как о моем друге Сергее Кушнине, с которым я дружу огромное количество лет и дорожу дружбой всегда. Не просто с Сергеем Кушниным, а с династией Кушниных. Могу даже так сказать. Это так как в работе Волговятского монетного двора принимает самое живое участие Александр Кушнин, твой сын. И Сережа на сегодняшний день человек уникальный, необыкновенный, является автором самой идеи, тоже, как я люблю говорить, сама идея производства ювелирных изделий, она идет не только из головы, она идет от рук, идет от инструмента. Вот это было основой нашей дружбы. Мы сошлись на том, что без инструмента не бывает ничего. Ну, без рук, без головы, само собой. Конечно. Вот. И так уж получилось, что начиная с производства просто инструментов разных, ювелирного оборудования, инструментов оборудования, Сергей зарегистрировал в Вятке, Волговятский монетный двор, который занимается производством сувенирной и ювелирной продукции. Интересно. Сергей, я увидел уникальную красивую медаль Юрия Гагарина. А в этом году исполняется 60 лет полета первого человека в космос. В звездном городке в октябре месяце 2021 года мы делаем выставку от Творческого союза художников России секции Тетра Арт с мечтой о космосе. Что для вас космос и как появилась эта уникальная медаль? Эта медаль была посвящена первому пуску космической ракеты с космодрома Восточного. Это было 3 года назад. Эта работа была сделана по заказу администрации президента. Мы успешно ее сделали, этой наградой были награждены гости, которые приехали, и участники этого проекта. Медаль с портретом Юрия Алексеевича Гагарина была посвящена этому проекту. Спасибо большое, очень интересно. Сергей, а кого награждали этой медалью? Этой медалью награждали строителей космодрома, проектировщиков, генеральных конструкторов и гостей, кто был на этом торжественном пуске. Эта медаль была сделана по заданию администрации президента в честь первого пуска космического корабля космодрома «Восточный». Спасибо большое, очень интересно. Пожалуйста. Мы приглашаем вас принять участие в нашей выставке «С мечтой о космосе», которая состоится в звездном городке в октябре месяце 2021 года. Постараемся приехать на эту выставку и привезем, помимо этой награды, мы делали и другие медали, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Ну, в слайках совпало. Ничего случайного в жизни.